воспоминания самолета. В памяти о них все ближайшие матчи в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, в числе 19 футболистов Шапкаенса, стали сильной командой. 71. Но сначала о страшной трагедии норвежского Росенборга Вегард Хегем. Молодой перспективный Алекс Ивоби из лондонского Арсенала. Здравствуйте, вы смотрите журнал Лиги Чемпионов. В этом выпуске история титулованного... Правильным. Только сочетая в себе эти черты, можно стать великим игроком. Важно быть хорошим футболистом, но в первую очередь нужно быть... команде, за которую Хедира играл с 8 лет. Чемпионом трех стран и на протяжении долгих лет успешно играл в Еврокубках. Вон она, Лига Чемпионов. На стадионе была просто сумасшедшая атмосфера. Знал, что нас ждет. Почти все футболисты в команде тогда впервые играли в Лиге Чемпионов, прежде чем чего-то добиться. Реал наконец сумел найти Лиги Чемпионов. Сезон 14-15 мадридский Реал, вместе с которым три года подряд... Финальный матч в Мюнхен. Анчелотти всегда мотивировал меня. Он говорил, что Реал дойдет до финала. Практически все футболисты в команде тогда впервые играли. Чехаби Алонсо получил желтую. Тогда я понял, что в финале у меня будет... За 10-м титулом для Реала Хедира помог сборной Германии стать чемпионами. В том же... 1996, кажется, свой последний Кубок Чемпионов команду. Но чувствовал, что пришло. Получил себе третье место и отправится в Барселону за первой победой на испанской земле. Еще один игрок сине-гранатовых, Неймар, за групповую стадию набрал уже 7 результатов с Боруссией из Мюнхен-Гладбаха. Каталонцы в 10-й раз подряд выиграли группу. Но испанцы выиграли всего один выездной матч из последних 7. Третья. Которая выиграет все матчи на групповой стадии. Команда, обыгравшая Баварию в этом сезоне. В случае еще одной победы мадридисты станут... 15 матчей во всех турнирах. Бавария сыграет с Атлетико на Альянс-арене чемпион. Ростовчане удивили всех победой над Баварией в прошлом туре. Теперь вы... Последние, но в случае победы поднимутся строчкой выше. В сложности пропустил уже 15 мячей. Таким образом, эта компания стала худшей. Чью 3-3. Этой встречи не имеет никаких турнирных задач. Первый матч этих команд в Шотландии. Неаполитанцы выходили из группы в 2012-м. Имеет все шансы второй год подряд выйти в плей-офф, но для этого им нужно выигрывать у нас. Команда Сергея Реброва не одержала... Ситуация и в жизни, и в футболе, наверное, когда, чтобы ты прошел через какие-то ошибки, ты их проанализировал. Чемпион, он никого не устраивает, но это очень большой опыт для... С некоторыми другими причинами создало то, что реализовали достаточно моментов, допускали свои ошибки в обороне, и мы не проиграли 100% команды. Были моменты. Ни одну игру. Более того, чемпионы Украины забили всего с 2 очками, замыкает турнирную таблицу. Для киевского «Динамо» эта Лига Чемпионская кампания получилась разочарованной. И дальше прогрессировать. Каждый из них должен каждый день выходить на «ты прогрессируешь», когда они рядом с опытными футболистами. Костяк, на котором строится команда, и молодые игроки. Команде должен быть... В данный момент гол от «Динамо» в Лиге Чемпионов. Будущее. И уже сейчас в его распоряжении есть игрок, которого ждет большой... Этот сезон получился переходным. Ребров за честь страны.
локальную цель выиграть в каждом матче. Эта игра не исключение, вне зависимости. Таш. Победа ничего не даст команде Реброва, но лишит Бешикташ шансов на выход. Искать себе мотивацию. My name is Alex Iwobi. My club is Arsenal. Но я все равно любил ходить на тренировки, потому что и помню, что было холодно, мы замерзли. После тренировок бежали греть. Я помню, играл вместе с командой и справлялся. Мне приходилось просто бегать за ним. Это мои самые ранние мяч. Мне было неловко, потому что не мог, и я всегда старался повторять его действия на поле. Я всегда хотел играть как он, потому что Окоча был одним из... Иоби вскоре был погружен в футбол. Вместе с семьей он переехал в Лондон в возрасте 2 лет. И будучи племянником легенды... На меня всегда говорил мне играть в футбол и просто наслаждаться. Он очень сильно повлиял. Алекс Иоби стал поводом для гордости всего клуба. Алекс родился в городе году, и Иоби подписал контракт с Арсеналом. Он 9 трофеев и привел клуб к финалу Лиги Чемпионов в 2006. С тех Арсен Венгер, который возглавил Арсенал в 96 году, когда Иоби было всего 4. Никто так не повлиял на кого. В 92 году Иоби начал свою европейскую карьеру в возрасте 19 лет. Я знал, что требует Венгер от игроков, поэтому мне было абсолютно несложно. Я воспитывался в этом клубе, прежде чем начал играть и тренироваться с командой клуба. Оставалось только ждать. Опыт. Когда ты выходишь в таких играх, это просто невообразимо. Вы уверены, что Венгер имеет в виду меня? Это сидел на скамейке, когда увидел Стива Балда, который сказал мне, что нужно выходить. И дел. Следующая цель лондонцев – пройти в четвертьфинал. Впервые за 7 лет. Вобби. Канониры непобедимы в группе A и уже обеспечили себе выход в пол. В этом сезоне Венгер гораздо больше. Вообразимо. Это одно из самых больших моих достижений. Матчи с Арсеналом. Пари Сен-Жермен принимает дома Лудогорец. Французам достаточно. Раз за 3 года выходит в плей-офф. Не проигрывает и Монако Леонардо Жардима. Впервые в своей истории могут завершить групповую стадию без поражений. Иду у Манчестер Сити со счетом 2-1. ЦСКА будет играть на победу вообще в Англии. В группе Е Тоттенхэм и ЦСКА разыграют между собой 3-е место и путевки. Брюгге примет дома Копенгаген. Бельгийцам ничего не нужно, они завершают команду. В последнем туре в матче с Реалом достаточно сыграть в ничью, чтобы завершить. Крупный счет в истории Лиги Чемпионов был зафиксирован в матче Боруссии и... Команды поведут борьбу за 1-е место в группе. Спортинг во втором туре обыграл Лигию, поэтому португальцев устроит и ничья. Побеждать, чтобы выходить в Лигу Европы. В Лиге Чемпионов выдал блестящий результат, 13 очков после 5 туров. Порту примет дома Лестер, команда Ну-Ну. Чтобы Порту не обыграл Лестер, ну а датчане сами будут играть только в 6-м туре. Копенгагену нужно, чтобы Делэйни был вдохновлен победой своей команды над Брюгге в рамках... Вот это мне досталось от Мальдини. По завершении карьеры практически у всех футболистов остаются не только... команду. Мы выиграли несколько трофеев и получили бесценный опыт этого норвежского мальчика. Мне повезло играть за... В памятном матче Лиги Чемпионов сезон 90 навсегда останется в сердце Вегарда Хегема, легенды Русенборга. Перерывом мы были полны оптимизма и во втором сравнял счет. На 29-й минуте Русенборг вышел вперед благодаря голу кратного обладателя Кубка Чемпионов. Победа позволяла Русенборгу... Пауло Мальдини был рядом со мной, и у него были...
Люксембург выиграл со счетом 2-1 и вышел в 1/4. Фокусировался на мяче. Если бы я думал о том, что я делаю, или кто... Люксембург продолжил атаковать, но Милан все-таки был... Но он в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Бил. Ну а сразу после того, как мяч влетел в сетку, только тогда я понял, что мы добились чего-то невероятного. Хорошо себя повел, подошел ко мне, пожал руку.